Всем привет! Вы на канале Аленка. Сегодня мы будем с другом ходить. Это Майнкрафт. Какой? Это не мой джем. Ну, это у него есть второй аккаунт. Вот. Он у меня в друзьях. Короче, потом найду. Ну, вечеринка через 4 минуты будет. Еще сегодня накопила. Накопила 1 000 000 самоцвет. Я просто хочу завтра предмет купить. Но хвостик у меня есть уже. Правда, его там Анубис это раздавал бесплатно. Так что я зря копила эти 1 000 000 самоцвет. Не написала орла. А я покажу действие на хорька. Так, хорек. Не отворачивайся вот так вот. Вот хорек. Действие. В принципе, так его, думаю, видно. Типа он самый главный на танцполе. Ну там он типа что-то смотрит и и сейчас он будет типа норку копать или что. Ну орел, по-моему, у меня выше прыгает. Или мы наравне? Не, орёл выше. Орёл зайка. Ну, спит и сидит, почти ничем не отличается. А хорёк как-то разложился, типа как собачка. Еще когда орел, по-моему, спит, он храпит, по-моему. А эти что? Чуть. Подушки. Так, а тут есть что-то высокое такое? Чтоб... Да, вот так вот. Не, не могу. Жаль. Нет. Да почему? Я просто хотела вам фокус показать, как ходить по воздуху. Ок. Чуть-чуть. Секунду. Вот так. Там типа динозавр. Типа я типа Змея Горыныч. Самый первый мой летающий, самый первый сапфировый зверь.
А потом за один день кинули 100 это сапфировых зелий, и я купила еще полярного и феника. Взлетаем. Во. И тут, по-моему, как-то был баг какой-то, что можно ходить по воздуху, не летать. По-моему, я только не знаю, как его делать. Но я видела. Интересно, его устранили. Ну тут, по-моему, баги в Animal Jam не сильно устраняют. Вот я знаю один прикольный баг. Для этого нужно сесть летающим и подняться. И все, смотрите. Ой, нет, не получается как надо. А куда? Куда вы меня несете? Ой. Нет. Как-то, короче, можно было вот это делать и ходить, и вот так, такое действие. Ладно. Ой, хрустальные пески. Теперь. Кстати, может, там сегодня этот торговец? Где этот торговец? Нет, торговца нету. Тут надо вот так сесть, вот так вот, и не поехать. Я такой бах уже показывала. Ну, дальше вниз нельзя. Вот. А, легко. Все. Но если подойти к началу, то мы просто поедем. Это такое местечко, кто, ну, не все просто смогут достать. Уи. Все. Вот бы работал вот этот магазинчик, где можно было бы брать серфинг и плавать тут на воде. Прикольно было бы. Так, ты типа... Ладно, там с кем-то пока обменю. Ну ладно.
Тони. Ладно, сейчас я переоденусь, наверное. Или не надо? Ладно, я покажу только хвост. Вот мой хвостик, который мне дали бесплатно. Анубис игрок. О, ноль, о, Анубис. Ноль, о. Вот так. Но у него уже нету хвостов. Я смотрела во мне, в обмене. Ну, меня, наверное, не выберут. Хотя я там рисовала. Крылья радужные рисовала. Это. И хвост радужный рисовала. Но есть же шапка радужная, редкая. Ну, значит, и крылья, и хвост. Ну, лапы я не рисовала. Ну ладно. От меня, кстати, похожие это такие же, как вот эти светлячки, как дают всякие предметы. Вот, летают вокруг меня. Я никогда не понимала, что в нем это такое. То, что показывает там. Ну, короче, какой у него эффект, я не понимала. Потом и сейчас понял, что у него есть светлячок, который бесконечно кружится. Вот маленький такой. А я нет. Менная вечеринка. Так, вот он спалился. Сокол. Ну, по-моему, вот этот. Ну, по-моему, светлячок, его можно достать из светлячков, так что он не пропавший. А пропавший какой? А какие тут есть пропавшие? Вообще. И которые у меня есть. Ну, у меня есть это. И... А, у меня есть сет пингвина. Точно. Я не буду его давать, там курточка красивая. Да блин, я не могу.
Все пытаются к нам ближе подойти. Мне не нужны, мне нужны какие-то сеты. Мне их и так много. А, вот он. Я думаю, она вышла. И все почему-то сзади. Помню, когда у нас была вечеринка этого. 4 листника или 3 листника. Ну, короче, какая-то такая вечеринка, там все люди были вокруг, стали на круг. Это. Ну, короче, вот так вот. Ну и там было лучше, чем тут. Продуваем. Ой-ой. Какие-то недобрые люди. До свидания. Он хочет, наверное, чтобы я обменяла какой-нибудь сет. На вот этот сет, который он хочет обменять. Я не буду. Ладно, я находилась с этой одеждой. Так что я буду теперь ходить в... Вот так. Вот так. Это... Это вот это светлым. Давай. Грузись. А это темным. Вот этим. Да, вот так. Крестиком. И от него еще остается огонь. Если вы не верите, что он стоит 1 000 000, то сейчас вы точно не поверите. Слово на слово. Вот этот хвост прекрасный. Вот такие цвета. Сумка гонца. Но мне не она не нравится, и шапка не нравится. Не очень мне это нравится. Я вообще хотела купить вот это. То, что мне она понравилась. Хочу вот мятную. Да, вот эту. Да, мне хватает еще. Фух. Так, снимаем эту и одеваем свой веночек. Вот так. Да, может, если будут добавлять не такое, то, что мне нравится, я, может, еще один хвост куплю. Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.